Что ты видишь, Нео? Странно. Код как будто изменился. Новая кодировка? Возможно. Это хорошая или плохая новость? Похоже, что тут повсюду напичкано взрывчатки. Плохая новость. И все же вперед. Oui, je vous aide. Да, мы пришли поговорить с Мировингеном. Разумеется. Прошу вас за мной. Он вас ждет. Ага, а вот и он, наконец-то. Нео, избранный собственной персоной, верно? Легендарный Морфеус. И Тринити, конечно. Сибель, кальмефель, суфрир. Я много вас слышал. Прошу вас, садитесь. Это моя жена Персефона. Что-нибудь желаете съесть, выпить? Ну, конечно, все это сплошная бутафория. Пускай гостям пыль в глаза. Нет, спасибо. Я понимаю, нет времени. Ни у кого нет времени. Но с другой стороны, если мы сами не будем уделять себе время, то откуда оно возьмется? Шато-Брион, 1959. Я люблю французские вина. Как, впрочем, и французский язык. Я учил разные языки, но французский мой любимый. Фантастика, особенно ругательство. Nom de Dieu, de putain, de bordel, de merde, de saloperie, de connard, de enculé, de ta mère. Словно потираешь задницу мягким шелком. Тебе известно, зачем мы тут? Я обладаю и торгую информацией. Я знаю все, что надо. Вопрос другой. Вы-то знаете, что вас привело? Мы ищем мастера ключей. Да, это правда. Мастера ключей. Но причина, разумеется, не в этом. Мастер, простите, лишь инструмент, а не конечная цель. То есть, разыскивая его, вы ищете инструмент, чтобы... Ну? Что? Ты знаешь ответ на этот вопрос. Правильно. А вот тебе ответ неизвестен. Вы здесь потому, что так сказали. Вы только исполняете чужую волю. Так уж устроен наш мир. В нем лишь одна постоянная величина и одна неоспоримая истина. Только она рождает все явления, действия, противодействия, причина, потом следствие. Всегда есть выбор. Чушь! Выбор — это иллюзия, рубеж между теми, у кого есть власть, и теми, у кого ее нет.